У меня в гостях Евгения Толмачинская. Евгения, скажите, какую компанию вы представляете, какую коллекцию привезли с собой на выставку CPM 2020? Мы представляем новосибирскую компанию «Нопи». Это фабрика по производству брюк и юбок, по производству женской одежды. Привезли на выставку коллекцию «Весна и лето 2020 года». Ну, а цели, наверное, у нас обычные. Мы хотим больше клиентов, хотим больше продаж и хотим показать нашим клиентам, что мы делаем, как мы работаем и в каком направлении движемся. Евгения, скажите, пожалуйста, какая у вас целевая аудитория? Наша целевая аудитория – это оптовые клиенты, которые используют наш товар в своем бизнесе. А коллекцию вы привезли и мужскую, и женскую, или только одну какую-то? У нас есть и мужская, и женская коллекция, но наша фабрика специализируется больше на производстве женских брюк. Евгения, а в каких торговых сетях, в каких магазинах можно увидеть ваши коллекции? Это очень много клиентов от Владивостока до Калининграда, поэтому перечислить всех очень сложно. Можно посмотреть наших клиентов у нас на сайте, представлено у нас список клиентов. Ну и компания Wellberries, где наши брюки тоже имеются в продаже. Евгений, скажите, пожалуйста, где вас можно найти на выставке CPM? Какой у вас стенд? Мы находимся в 7-м павильоне, 2-й зал, а стенд у нас какой? 70-20-04. Евгений, спасибо вам огромное.